Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 12 марта, вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании FIBA Group. Начинаем с валютной пары евро-доллар. Пробой технического уровня сопротивления у отметки 1.1250 откроет путь к отметке 1.1315 и далее к целевому уровню 1.1400. Этот сценарий остается актуальным до момента возврата котировок под уровень 1.1250. Укрепление котировок пары сопровождалось увеличением открытого интереса и объемов торгов, указывая на преимущество покупателей. Волатильность торгов продолжает снижаться, тем самым увеличивая риск появления сильного однонаправленного ценового движения. До возврата котировок пары под уровень поддержки 1.1250 риск развития более мощного ценового движения остается повышенным. А сейчас перейдем к паре фунт-доллар. Несмотря на общее улучшение макроэкономических показателей из Великобритании, спрос на пару остается очень слабым, указывая на важность предстоящего голосования по Brexit, во время которого ожидают увеличение торговой активности фунтом стерлингов. Укрепление котировок пары сопровождалось увеличением открытого интереса и объемов торгов, указывая на преимущество покупателей. Волатильность торгов остается очень высокой, но и сегодня она вряд ли окажется ниже среднего показателя за месяц. До голосования по Brexit определить дальнейшее направление ценового движения крайне сложно. А сейчас перейдем к валютной паре доллар США – канадский доллар. Котировки пары все еще удерживаются в боковике. Однако прорыв поддержки 1.3390 может спровоцировать достаточно сильную волну распродаж. Этот сценарий будет реализован при ослаблении доллара США или же дальнейшем росте цен на нефть. Котировки пары все еще удерживаются в боковике, указывая на неопределенность рынка. Волатильность торгов остается достаточно низкой, поэтому есть риск увеличения торговой активности в краткосрочном периоде. Пробой поддержки 1.3390 может спровоцировать сильное нисходящее ценовое движение. А сейчас перейдем к событиям сегодняшнего дня. Сегодня в британском парламенте состоится очередное голосование по новому тексту соглашения по Brexit. В случае провала этого голосования Тереза Мэй обещает вынести на голосование Brexit без сделки. На сегодняшний день это самый негативный сценарий для Великобритании. На этом у меня все. Благодарю за внимание и оставайтесь в фокусе с компанией FIBA Group. Финансовая группа поддержки.